Еще одного волом? Ну давай. У нас пока отрядов достаточно. Вообще воины нам всегда нужны. Поэтому придумывай название вождя. Нет, Овал, ты сам должен давать имя. Я не буду за вас придумывать. Уже это же ваши задумки, придумки. Я буду только командовать вами в глобальном плане. И придумывать вам предысторию названий ваших. Уронивший сало. Так. Развертывание войск. Поехали. Ну, раз хочешь быть уронившим сало, пожалуйста, мне. Я назначу тебя в в этот в отряд. Наверное, на высадку в Индию поплывешь. Наверное, будешь у нас на кавалерии конный отряд. А, большая пятка? Да я не успеваю тут читать его. Все как-то быстро пролисталось. У меня на весь экран этот чат и уже забился полностью. Большая пятка, все. Главное не забыть. Большая пятка. У тебя все с пяткой связано, как я понимаю. У тебя была быстрая пятка, теперь большая пятка. Скоро маленькая пятка будет. Это какое-то странное пристрастие у тебя к пяткам. Сдается мне, балуешься запретными препаратами. Пяточными. Так. Мы в обороне, поэтому нормально. Так. Откуда у тебя эта информация? Не, ну пятка, пятка, я думаю, мало ли. Может, ты, конечно, фут-фетиш тоже практикуешь, я не знаю. Может и так. Мне тоже нравятся женские ножки. Ты все с пяткой, да с пяткой. Так, поехали. Да, мстить пиратам за поражение на море. Ну, они тоже, кстати, неплохие ребята в ближнем бою. Они с сабли, по-моему. Не, мечи даже. Ничего себе. У них там атака ближнего боя, ого-го. Нам надо будет активно конницей работать. Во-первых, на ударную позицию надо вывести. Ой, мотол. Опа, что-то они обходят. Жадный мозг. Что за название такое странное? Это те самые с корабля, я их узнал. Вот это, да, помнишь, он в тебя тогда это. У него патроны кончились, он в мушкетом зарядил, тебе нос сломал. Вот этот, помнишь? Вот он. Пришла расправа. Макс обрадуется. Да, он не смотрит, наверное. На стримы мои. Зачем ему? У него свои стримы. Он свои стримы смотрит. Талантливого. Так, во-первых, мы в обороне. Почему он не атакует, я не знаю. Но пока пускай пушки покачаются. Сейчас сюда пару залпов прилетит, и они сразу зашевелятся. Вон, кстати.
Ядро подскочило и пару голов слетело. Это тот, что ноги держал. Это как-то жестко звучит. Зачем он тебе ноги держал? Что он там с тобой делал? Так. У них, кстати, тут много отрядов. Мы так и слиться можем, если пойдем так. Бездумно в атаку. Ладно, надоело мне. Давайте сносим его. Подтягиваемся поближе. Так, пушка. Пушка бьет по дальним отрядам. Конница сносит с натиска. Вежливо ждем и забиваем пятку. Так. Сейчас мы вежливо будем мансовать. Натиском ворвались и отходим сразу. А здесь подтягиваем отряды ближнего боя. Завязываться не стоит. В ближнем бою конница слаба, она только с натиска хороша. Так, ее, кстати, вот сюда вот перемещаем. Как индейцы действуем? Набег сделали, совершили, скальпы собрали, убежали. Так, я уже забыл. Так, большая пятка, вот вспомнил. Вы со своими пятками, я уже забыл, кто кем там будет. Так что после боя заново будет напоминать. Помню только Оуэлл, большую пятку, и Аматол. Жадный мозг. Жадным. Так, стоп, у него мушкеты. Мушкеты. Я думал, у него только отряды ближнего боя, тут мушкеты, оказывается. Так. Индейцев на отряды ближнего боя, конница сносит мушкеты. Так, это кто у нас? Флебустьер. Это ближний бой. Отступаем. Отступаем и по дороге ударим в тыл. Раз. Вперед. Все. Два. Отлично. Враг дрожит. Устраиваемся. Вперед в атаку. Пушки, стоп, огонь. Да, можно еще отряды брать, конечно. Только по одному отряду за стрим можно брать. Чтоб не флудить. Будет каждый собирать свою армейку маленькую. Все равно у нас много отрядов действует на глобальной карте. Пятка в лоб. Так, поехали. Давайте немножко продолжим. Ах, тебя ладно. Пускай бегут пиратики. Так, перво-наперво большая пятка. Вот тебе отряд элиты, большая пятка. Так, далее. Далее.
Пятка в лоб. Вежливый вождь. Вежливый пятка в лоб. Пятка в ло. Вежливый пятка в ло. Дальше не помещается, увы. Уж извините. Вежливый пятка в ло. Так, и здесь забираем город. Мы сражение выиграли в прошлый раз. Теперь можно автобоем. Блин, тут даже я не знаю. Слава богу, что автобой нас не затроллил. Так, разрушаем постройки. Церковь. Кюрасао. Построен новый порт. Вот отлично. Народ у нас развивается, численность растет. И все строим. 800 монет осталось в итоге. Сейчас по науке пройдемся. Пятка в лох. Пятка в лох, хохол, что ли. А драгрон пушки хочешь? Пушки у нас европейские. Большая пятка. Не, ну большая пятка для индейцев подходит. Ты тогда уж... Для пушек какая-нибудь там меткая, там что-то меткая пятка. Но меткая пятка уже есть. Меткая портянка, точнее. Так, ладно, с своими пятками я уже... У меня голова уже кружится. От этих пяток. Совсем забыл про свой северный флот. Это, кстати, сейчас будет формироваться стек на Индию или на Европу. Я пока не решил вот здесь. Несущие дары. Да. Верни вежливый вождь. Пятка в ло не хочет иметь такую кличку. Ладно, давай вернем вежливый вождь. А то пятка в ло как-то да. Как-то не то. Пятка достигла цели, кружится голова. Да, пятка в ло, точно. Пятка в мозг. Мне прям. Вежливая армия, да. Вождем армии? Так там же кто-то вроде вождем затесался. Так. А, ну вождем... Давай, вождем тебя сделаем. Ты там вроде... предлагал что-то. Так. Сначала давайте подумаем. У нас здесь конница, два отряда. Стрелковая конница. Не, знаете, стрелковая конница не так эффективна. Лучше заменить ее стрелковыми отрядами, а конницу брать нормальную. Которая в натиске сильна. Хотя... Натиски, натиски. Это все стрелковая конница. А, вот, в натиске. 24 в натиске сносит. Неплохо. Тем более тут патронов. Хотя 20 патронов. Несущие дары. Это варяг предложил. Но он предложил для орудия. А это будет вождь, несущий дары. Так. Во-первых, элитный отряд. Во-вторых, конницу надо нанять. Ладно, тут пока элитка нанимается, мы все равно пока ничего не можем сделать. По экономике главное не проседать. 6400, надо не забывать про... постройки. Экономические. И по науке, что у нас там изучается. Кстати, второе здание науки у нас доступно. Давайте по промышленности пройдемся. Красота.
Сходы на артиллерию минус 18%. Вот это нужная вещь. Это университет у нас на Кубе, по-моему. Да. Следующий 1000 стоит. Так, южная армия тоже, в принципе, можно выдвигаться. Сейчас по порядку пройдемся, посмотрим. Минус 2. Ладно, сидим пока. Нет, здесь еще целые отряды пока. Смысла нет штурмовать. У них крепость 2-го уровня, так что... Завершаем ход. Ордо Еретикус. Хорошо, Тарагрон. Денрей, нет, ты уже штурмовал пиратов. Это вторая армия, там она не участвовала в битвах пока что. Это мини-отряд там. Там пока никто не командует. Хорошего по чуть-чуть, Денрей, ты и так вождем затесался. Там себе в этом, на островке в Кюрасао бананчики кушаешь. Так что, вежливый вождь. Так, опа. Смотрите, даже он баланс не в нашу пользу якобы. Ну давайте, опровергнем этот факт. Нет, там это же разные острова, как ты мог помочь? Во-первых, во-вторых, тут помощь-то не требуется. Здесь ну, мелкие отряды, зачем? Зачем раз это самое разъединять армию, точнее подтягивать все в одну, тем более что на том острове, на котором мы высадились, там сейчас беспорядки, если убрать оттуда армию, вот беспорядки. Поэтому каждый на своем месте. Поехали. Сейчас пускай артиллерия покачается немножко. Получит хоть лычки. Хотя уже лычковная, по одной лычке уже заработали. Вот, одно ядро попало зачетно прям. Флибустьеры. А нет, это стрелковая пехота. Просто пираты. Медленно так. Ох ты, тут разорвало чувака. Ох, тут тоже. Побежали сразу. Ну не, мы так величаво больше не будем ходить. Так, конница готова. Конница готова. Выдвигаем отряды ближнего боя вперед. Отряды конницы вперед. Так, вы пока по дальнему, по генеральскому отряду. Поехали, сносим.
пока они не успели развернуть свои мушкеты. С натиском кавалерии еще добавим с тыла. Все, у них вообще не было шансов. На ганаш. Так, завершить битву. Ну, на ганаш у нас будет в Южной Америке вождь. Мы будем в Южной Америке тоже формировать армию для высадки. Вот. Из всех вообще отрядов, которые тут и по пиратским островам, и по побережью, оставим гарнизоны, и все, что лишнее, поплывет у нас либо в Европу, либо в Индию. Я понимаю, да, на ганаш. Так, на ганаш, на ганаш. Вот здесь у нас формируется армия, которая поплывет в Европу или Индию. Пока не решил. Сюда добавляем пушки. И стрелковую кавалерию, наверное, убираем. Не очень мне понравилось, как она действует. Она стреляет, потом долго разворачивается. В общем, уже заходит чардж в нее в спину в итоге, и все это ерунда. А вот стрелковая пехота хорошо зашла. Стрелки. Так, давайте расформируем стрелков везде, где вот они в побочных каких-то городах сидят. Потому что нам у нас ограни вот у нас ограниченное количество стрелков, всего 6 отрядов на всю нацию или 8. Yes. Вот смотрим 8 отрядов, да. Поэтому везде, кто в тылу, по тылам всех распускаем. Стрелки должны участвовать в бою. Ну, здесь у нас оборонительное сооружение, пускай будет. Нехилая армия, я вам доложу. На севере собирается. Yes. Вот как раз два отряда сюда стрелковой пехоты. И будет супер-пупер. А, какой супер-пупер? Тут конницы вообще нет. Ударный. Ну, у нас и денег уже нет. Кстати, что там по казне? Нормально все. Так, стоп. Несущие дары. А у кого круче? Вот у этого круче. Вот он будет на ганаш. Большая пятка. Вот тебя... Так у тебя уже есть, оу, большая пятка, вот же. Так у нас... тут ты не понял систему, у нас другая система. Здесь у нас нет генералов, как было в прохождении за Российскую империю. У нас тут все вожди.
То есть вот это вождь племени, который привел с собой 188 воинов. Это вождь племени, который просто, ну, старейшина. А так все вожди. Поэтому вот твой вождь большая пятка. Он в своем поселении глава. Так что все нормально. Конницы не хватает. Еще три эскадрона, наверное, сюда найму. Когда деньги будут. Так. Это кто такой? По-моему, это длинная пятка, да. Блин, куча пяток в этой армии. Одни пятки. В Индию, ну вот сейчас посмотрим, куда поплывем. Сейчас с пиратами разберемся тут. Так, во-первых, надо забрать. А, мы забрали уже. Все, завершаем ход, денег совсем не осталось. Не, на англичан пока нельзя напасть. Смысла нет. Смысла нет нападать на все, что движется. Надо действовать с умом. Только так можно выиграть войну за индейцев. Надо действовать с умом и хитростью. Натравить европейцев друг на друга, в частности, вот сейчас Англия воюет с Францией и Испанией. А потом уже думать. А так просто сейчас лишаться союзника Великобритании, он еще чего доброго с Францией и Испанией мир заключит, и они вместе втроем нас быстренько загасят обратно в резервации. Так что только снимая скальпы, можно выиграть войну. Опася. Кстати, а Британия уже вышла из союза с нами. Прикиньте. Британия-то уже не в союзе. Так, мне объявили войну чероки. Чёртовы. Тащим за собой Пуэбло. Пуэбло присоединился к нам. И сразу он напал. Ну давай. Предатель чертов. Мне тут только это междоусобица не хватало. Да. Сидел так втихаря, сидел, ждал, думает. Сейчас он все армии по краям империи распределил, а в центре-то никого нет. Действительно, кстати, у нас в каждом городе по два отряда всего лишь сидит в центре. Короче, затеял государственный переворот. Это дело мы быстренько прекратим, я вас уверяю. Никакой демократии, никакого переворота, никакой пощады предателям Родины. Наверное, англичане подстрекали их напасть. Сами они в открытую не хотят нападать. А через индейцев можно. Потом они скажут, что они защищают права и интересы гуронов и тоже нападут. Я больше чем уверен. Так, ладно, это все рассуждения. Мы пока занимаем холм и подтягиваем пехоту вперед. Плохо, что у них кавалерия. Кавалерия может снести нам ряды. Снести и нарушить формацию. Так, а кто здесь бегает? Все, поехали. Чардж на чардж.
Так, и надо вождем активно действовать. Здесь заходим в тыл. Темпе. Хреново дело, хреново, ребята, делаем. У нас уже бегут отряды. Да, не справились мы, наверное. Хотя один фланг, может, мы и разбили. Чертовы индейцы. Новый натиск, конечно, у этого вождя. Тем не менее, он справился. Надо сейчас собрать отряды, которые остались. И переформировать сейчас атаку. А, отлично, победа. Фух. Вот Драгрон, видишь? А уже... уже сдаешься. Сдай город. Вот разговоры пошли от генералов моих. Сдай город, потом отобьешься. Сдай Москву. Отступи на Урал. Никаких сдач городов. Биться до конца. Ого. Благо я высадил армию. Слушайте, благо я высадил армию. Он заблокировал мне проход, и там теперь десант не получится вывести. Ну, точнее, можно. Ого, мы даже банкрот. А, блин, этот чертов пират мне закрыл порт. Ах ты, поц. Ах. Это мой самый основной торговый порт, он мне заблокировал. Слушайте, надо, короче, уничтожать пиратов срочно, вообще все их города нахрен сжечь. Где тут последний город пиратский остался? Это пираты? Да. Срочно вообще, срочником. Штурмуем, потому что мне вообще сейчас просто каранты и банкрот. Так, ну эта армия какая-то совсем подрыпанная, задрыпанная. Тоже не очень. Так, стоп. Здесь еще и беспорядки начнутся. Так, ну здесь, по-моему, получше. Нет, тоже не построено ничего.
Откуда бы взять армию? Мне резерв нужен конкретно. Конкретно нужен резерв. Резерв на севере только. Ой, ладно, короче, тогда один город придется. Тут просто беспорядки сейчас начнутся и... Минус город. Но торговля, сами понимаете, важнее. Порядков, беспорядков. Стоп. Ё-моё. Да, быстро не получится. Тут тоже осада нужна. Тут крепость второго уровня и такое количество отрядов. В атаке мы точно не справимся. Только в обороне разве что и то. Вот. Чёртов пират. Про пушки коммент. Привет, братва. Так, сейчас про пушки коммент. Так, сделай город, потом лучше отбей. Это я вижу, а про пушки чего? Сейчас полистаю. Может, что правильно не дочитал, действительно. Что дает натиск? И назови пушки Adeptus Mechanicus. Не забудь после боя. Хорошо. Вспомнил. Не забыл. Называю. Adeptus. Ну, слушайте, у нас тут уже... Не индейцы, а какие-то, я уже не знаю. Adeptus Mechanicus. Это в стиле какого-то, я не знаю, латинского языка. Так. Да, братва, за Россию мы отыграли. На Ютубе записи. Прохождение. Все захватили, что хотели. И дальше просто уже... Компания отказывалась играть, там застревал ход и вылетала игра на каком-то бородатом ходу. Ну, там уже ни одного противника не осталось, по сути. Северной армии наказать Чероки. Да долго просто идти будут эти ребята. Долго идти. Хотя, знаете, если мы их посадим на корабль... We will die. Сейчас, смотрите, берем отсюда два отряда пехоты стрелковой. Подтягиваем лодочку. Садим. И высаживаем вот здесь. И эта армия пойдет вот сюда. Раз, два, три. Четыре хода аж. Ладно, в любом случае тут резервов нет. Мне нужна ударная армия. Так, с пиратами что делать, не пойму. Пока ничего. К сожалению. Временно ненужный отряд? Да, кстати. Реформу в армии надо провести. Тут три. Тут вот все чисто. Тут и так ни одного отряда нет. В Испании, ой, в Мексике там. Вот здесь ненужный отряд. Какой-то, каких транспортов? Ты чё, это не транспорт? Ладно. Все. Далее в самой Мексике что у нас? Чисто. Здесь порядок. Шестерочка.
Один отряд оставим на всякий случай. Так, 300 монет. Кстати, куча кораблей у меня ненужных. Ой. Нет, один тут должен быть. А вот здесь флот не нужен. Один корабль нагибает империю. Ну да, мы слабы в плане флота вообще. Ничего не можем противопоставить. У нас, к сожалению, маленькие лодочки, не способные даже в десятером уничтожить один пиратский корабль. Как-то так, к сожалению. Хотя, знаете что, давайте так вот сделаем. Во-первых, возьмем пушку. Раз отряд. Два отряд. Выведем. Отправим подкрепление и попробуем штурмануть крепость. Значимости флота. А что я могу поделать-то? Тут пока ничего нет. Я всегда не списывал флот со счетов. В плане торговли, так это здесь. Если просесть по торговле, то, конечно. Да и в реальности так было. Британия ж за счет торговли и колониальной политики, за счет мощного флота была сверхдержавой. Так-то она из себя ничего не представляла. Так, чё войска не хотят выходить, не пойму. Где тут можно поблизости? Вот. Не хочет сдаваться. Блин, нет, это стрелковые эти пираты, я не смогу, к сожалению, даже штурмануть не смогу. Не смогу просто. Блин, осада снялась. По отдельности просто тоже будет какой-то шлак происходить. Так, ненужные отряды, поехали. Реформа в армии. Да по большей части вот тут в северной столице у нас много отрядов. Чересчур. Вот конница вот эта к чертовой матери не нужна вообще. Сейчас такая раз 1500 плюс. Нет, 1000 плюс. Все. И вот этот отряд неопытный тоже распустим. А это уже наша длинная пятка. Все, косарь 100 есть. Живем. Поехали. Я собрал твои пушки. Ты там пока должен... Да, ветка исследования есть. Пока ты должен там порядок наводить. На этом острове, Данрей. Пришлось забрать у тебя артиллерию. Там она нужнее была на фронте. Блин, реально. Один корабль нагнул всю империю. Что ж поделать, у нас торговая империя. У нас внутренней торговли нет практически. У нас коммунизм, все бесплатно. Поэтому только с европейцами торгуем. Нет, Денрей, у нас такое не прокатит. У нас жесткий тоталитаризм и никакого самоуправства. Тот вождь, который бунтует, с него самого скальп снимают. Поэтому надо выполнять приказы.
высшего командования. Вот гуроны возомнили себя пупом земли. Сейчас будем вырезать, зачищать вождей. Кстати, он снял мне осаду и обратно поставил. Подлец. Вот падла, блин. Чисто сгонял кораблик, уничтожил. Но мне все равно 1500 в плюс. Так. Всех не победить, Шелест. Это мы еще в кампании за Россию поняли. Сколько там Индия держалась, это, по-моему, стрима 3-4. При том, что у нас было 3-4 ударных армии. Я в этой Индии просто завяз полностью. Там просто какое-то мясо происходило. А я уже молчу про этих, про индейцев, которые вряд ли что-то смогут. Ну, по крайней мере, мир точно не захватит. Чероки. Чероки пока... Надо ждать, пока наша армия подойдет. Еще два хода. Этот город придется сдавать. Я его не отстаю. Так, а вот здесь, кстати... Нет, тоже не получится ничего. Кстати, вождя убили. Тут был вождь, теперь нету. Чертовы индейцы. Он все растет и растет в отрядах. Блин. Построен новый порт. Вот не забудем, нам, когда денег будет хватать, надо тут еще рыболовецкий порт поставить. Так, поехали дальше. Придется гоняться, что, Денрей? Они же вглубь территории зашли. И у меня там нет, конечно, никаких гарнизонов. Да и нет смысла их держать внутри страны. Тут Британия как-то опасна. Две армии ударные. Вот эти две армии вообще могут всю империю снести к чертовой матери. Вот эти. Их хватит. Правда, у нас тут пока еще есть один стек, который может их... разбить, но будем дружить с Британией пока. Они окрепли в регионе, с ними шутки плохи. Да, тут автобой, потому что, ну, шансов нет. Элитная пехота еще у него. Да какие деньги? У нас-то денег нет, Шелест. У нас 100 монет. Во-первых. Во-вторых, тут мир только за 20 тысяч можно купить. А то есть за 100 тысяч. Помните, мы мир с поляками покупали? 100 тысяч золотых. Отсыпали. Блин, опять банкрот, твою ж, налево. Потому что город забрал, он тут торговля все прекратилась, перерезал. Слушайте, ну все, я уже готов резать и убивать предателей Родины. Чертовы индейцы. Все не могут поделить никак землю одну. Падла, блин, я уже не знаю, что сокращать. У меня тут по всем статьям минус идет. Придется порты деблокировать. Снимать охрану с портов. Ну, тут пока гарнизон пускай будет. Какие элитные отряды приходится распускать.
куча флота, блин, ненужного. Так, 700 монет. На следующий ход у нас есть. Так, ходов до сдачи. Один ход остался. Он пойдет на штурм в следующем ходу. Так, 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 так. Все, завершаем ход. Гуроны сейчас пойдут на следующий город. Блин, с этими пиратами чертовы. Одни мне порт блокировали торговые, вторые пошли в спину ударили. Как сговорились с пиратами, блин. Вместе ударили. Еще и британцы на границу выстроились тут. Тоже города тут неприкрытые. Вот проатакую и все. Да, как империя, я уже подумал, империя у нас вообще хрупкая, как доминошки выстроены города. Один упадет и все, за ним следующие города падут. Размазанная империя по всей карте. Так, пират снял осаду, но здесь атака. Да нет, торговый порт, тут дело не в этом. Тут дело в том, что выбирается самый первый порт, который вот ты выходишь, выход в море получил, заключаешь торговые договора, все, этот порт твой основной будет на всю игру. А портов у меня куча, миллион портов. То есть торговать можно с любого, но почему-то вот компьютер просчитывает так, что вот самый первый порт, который тебе доступен, все, с него идет основная торговля, его надо оборонять. Все остальные, они как побочные, они дают тебе только еще больше возможности заключать торговые договора. Но торговля идет через центральный порт, самый основной, поэтому какая-то погода мерзотная, видимо, шторм тропический. Так, три пушки у нас есть. На холм. Конницы, так, вождей подальше. Если снести первый, не знаю, ни разу такого еще не делал. Но как-то даже и не хочется проверять. Если снесешь первый, может вообще вся торговля упасть, все торговые договора отменятся, мало ли. У нас так торговые договора-то сохраняются. Мы просто временно не можем торговать. После того, как деблокируем, торговля пойдет. Но если вот снести, то фиг знает, что будет. Лучше не рисковать пока. Так, пока артиллерия ведет огонь, мы выстраиваемся в ударную формацию. Конница с фланга. Вожди. Да, вроде сняли, но... Да сейчас мы уже уничтожим этот город. Последний пиратский, и все. Так, а где моя конница? Сейчас подтянем ее сюда. Взяли, сломали пушку. Ну вот, я пошел домой. Ого. Так, убегаем.
Открывайте ворота, пираты. Не хотите? Будем ломать вам стену тогда. Главное, по своим не стрелять. Чуть подальше отойдем, а то снаряды от стены рикошетят наших. А, нет, ну тут еще гаубица бьет. Это не наши снаряды, это гаубичные. Еще там мясорубка происходит. Больше количество орудий, крепче оборонительные сооружения, плюс, наверное, гарнизон еще дают. Летаем, ребята. Ай, блин, ну ты зараза, блин. Хорош читы включать. Мне игру выкинуло. Выкинуло из игры. Зараза. Чёртовы пираты. Чёртовы пираты. Привет, Даркман. Комп Вин. Так сколько раз он так делал постоянно? Какая-то битва какая-то такая нудная или долгая, затяжная, постоянно под конец берет и выкидывает. Особенно в тяжелый момент. Так. Ладно, ничего страшного. 55-й ход, видите, мы тут как развились в Америке.
Здесь еще наши города есть. Тут индейцы восстали против нас. Один из этих вождей пошел на нас, перекрыл. Тут вообще-то такое соединение было хорошее. Полумесяц такой. Ладно. Ничего не знаю, Мотол. У меня все лицензионное. Ты что такое говоришь? Ты что такое говоришь? Что ты говоришь? Какие пираты? Это русская лицензия. Вообще, Torrent Edition — это магазин такой. Там все по 0 рублей. Так. Так. Во-первых, звук пропал куда-то. Во-вторых, завершаем ход, правильно. Он вот на этом ходу и проатаковал. Давайте автобоем сыграем. Если поражение, то загрузимся и заново сыграем. Просто в два раза одну и ту же битву очень интересно играть. Особенно мне, а вам смотреть. Одно дело, когда какая-то глобальная битва большая, там два раза по-разному бывает. А вот мелкие сражения переигрывать. О, маратхи, кстати, свалили в этот раз. Только подошел, Паш. Не, ну тут по-любому надо вручную, даже если б я и хотел в автобоем. Здесь даже не в нашу пользу. О, погодка солнечная в этот раз. Тот раз был шторм, ни черта не видно. А теперь солнечная погода. И я сразу будем ломать стену ему и все. И не мучиться. Так, конница. Поехали. Так, вы, ребята, тоже не стойте. Вперед. Да, погода на выстрел очень влияет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты делаешь, тварь такая? Пушки, я ж тебе сюда направлял. Конницу нашу конкретно прорядили ядрышки. Или это вот эта гадская артиллерия попала?
Да, я в любом случае в плюсе. Тут огнестрела он не успевает использовать. Я сразу атакую. Не даю ему возможности пострелять. Перестрелки тут редко происходят. Практически не происходят. Тут что, в крепость свалил, что ли? А, нет. Тихо, тихо. Вот это попёр, там вас там размансуют поодиночке. Один всего лишь наземный и один конный. Плюс артиллерия. Все, больше нет ничего стрелкового. Плюс стрелковая пехота, всего 8 отрядов на всю фракцию. Больше нельзя. Понятно, какие там у них к черту юниты. Топорики взяли, да и пошли в бой. Там не было никаких воинских академий и так далее. Там, поэтому можно, конечно, с племенами было помудрить, там какие-то разные племена там сделать, но это уже нюанс. Так, мы пока обстреливаем крепость. Конница. Отступи. Отступи, не тупи. Каешь, гад. Пушки побросал. Ну. А мы вот добегаем, Даркман. Цель этой кампании. Во-первых, полностью Америку объединить, северную и южную, создать мощнейшую державу вот в Америке, не допустить создания Соединенных Штатов, а далее там уже цели будут варьироваться от высадки в Европу до высадки в Индии. Пока задача тут укрепиться в регионе. Видите, тут некоторые вожди возомнили себя
способными свергнуть нас и объявили нам войну в центре Америки. Поэтому пока сейчас надо закрепиться в Америке. Так. Все, пиратов больше нет. Пиратов больше нет, торговля должна была пойти. Да, 5000 нам уже начислили. Теперь самая главная задача — это покарать вот эту армию, которая дерзит. Блин, придется вручную играть. Такие битвы слить можно вообще за раз. Всякие куча мелкого вот этого гомняца. Ну, Лон Рус, я даже не знаю, что тебе ответить. Будет боль, но что поделать. Что-нибудь придумаем. Значит, будем влиять торговыми отношениями. Создадим экономическую продвинутую державу, будем получать много денег и будем подкупать страны разные европейские, чтобы они воевали друг против друга. Как нанимать наемников европейских. Целую страну как наемника будем нанимать. Заплатим там 10 тысяч и объявим: нападите на того-то. Рычаги влияния есть в этой игре. Так. Да нет, там не так все просто, Даркман. Не так все просто. Тут, что называется, легко сказать, сложно сделать. Особенно, когда 20 отрядов или линейной пехоты в перемешку с конницей тяжелой. Тяжелую конницу вообще никак не контрится. Вообще никак. Индейцев тяжелая конница не контрится полностью. Ее только можно расстрелять, но а если она влетит, то это все. Это до свидания. У них же боевой дух низкий, у индейцев. Видишь, четверочка. У элитных отрядов, самые-самые элитных, пятерочка и все. А, в шутку? Ну, нет. Побеждать, конечно, можно, но... Я, если вы помните, у австрийцев была армейка, там было 5 или 6 эскадрон кирасиров тяжелых. Вот это же. Тем более у нас картечи еще нет. Так, потренируем наших стрелков.
пришлось тут открыть огонь и по своим, и по чужим. Но это того стоило. Видишь, против конниц сложно держаться. Ее только расстреливать надо. Так, все, ладно. Устраиваемся в линию. Возвращаем фронт. Тут без конницы вообще попа какая-то творится. У индейцев. Не проатаковать нормально ничего. Эти, блин, красавцы сами по себе атакуют, что хотят. У них в особенностях, конечно, такое стоит. Все, больше они не подойдут близко. Надо поближе продвинуться, а то меня пушки задевают. Все мимо летит. Косые пушки. И туда бьют. Боюсь, он не добежит. Сейчас еще стрелки откроют огонь и все. А все, убегают. Опа, тут засада была. Притаилась. Лучники. Ну это вы зря. Все.
стрелки хорошие, у них очень дальняя дистанция и меткость более-менее средненькая. Опа. Рядом, блин, куда-то в гагры улетают. О, кто-то неплохо покатился так. Прокатился. Нет, не будет. Да, это битва с Чероки. Боюсь, ребята, вы не добежите. Так, все, остался еще один город, который прям рядом. Но я уже не достану армии, да? Да. И вот этот наш город, который он забрал. Не, а я не нормальный. Я, по крайней мере, тупость. Ну, такие минимальные какие-то погрешности есть, конечно, но не тупой. Не сказать, что он тупой просто. Как в, там в Медивале, в Вархаммере мод. Есть такой мод на Вархаммер. Там и очень тупой. Здесь более-менее. Он даже меня выигрывал, вот, обыгрывал. Сносил мне порядки. И очень много тяжелых побед. Ну, я делал очень тяжелых, там прям с потерями такими конкретными. Вот, ну тупежи бывает, но минимальное количество. Так. Это же все-таки мод пользователи делали сами. Это не ванильная версия. Так, сохраняемся. Сохраняемся, сохраняемся. Конфедерация иракезов. 713 год. 3900 на счету. Маловато, кстати. А, 9000 на следующий ход. Нормально. Вот, и продолжим уже в следующий раз. Тогда, ребят, завтра, не знаю, насчет завтра, не уверен. Возможно, вечерком, часов в 9 по Москве, 8:30 продолжим. А кто впервые на канале, подписывайтесь. На YouTube-канале выкладываю записи. Каждый день то, что стримим мы. Вот, стримлю стратегии в основном. Разные, не только Total War. Вот. Так что, всем пока, спокойной ночи. Вас каждый день греет, с ума не сводит, для вас находит пустую лень. Вам бы стальные нервы, и мне, наверное, не суждено.
стены, дрожать и делать из вас вино. И сколько нас таких по следу кидает жизнь за круг земли, носит, как рваную газету, от гибели до гибели. Сорвусь и мир порву руками, нет зон и стен для волчьих глаз. Я знаю землю под ногами, но есть и большее у нас. У нас. Под ногами, но есть и...